Так, я же жалеерал, что ли? Ну ладно, предлагаю сыграть. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Вращайте, пожалуйста, барабан. Один из самых распространенных персонажей 350 очков в истории русской игрушки. Полкан. Так, Н. Просто замечательно. Откройте нам букву Н. Крутите барабан. Пожалуйста. 550 очков. А. Угу. Откройте нам букву А. Вращайте барабан. Четыреста очков. Буква К. Откройте букву К. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Левую. Есть! О, есть! Будете крутить барабан? Да. Все ваши очки умножаются на два. Сектор призовой, можете назвать букву. Л. Откройте букву Л. Назовете слово целиком? Запросто. Давайте, давайте. Даю, даю. Ну, конечно! Не всякий русский знает, что этот полкан. Анжелина Джоли знает. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Финал, прошу. Вот задание на финальный тур. Вращайте барабан. Так называлась пища богов, а у людей с ней отношения... 750 очков. Не очень хорошие. Ну, начнем с вашей любимой буквы. Леонид Аркадьевич. Я поражен. Откройте нам букву Р. Ну, вращайте барабан. Запросто. 750 очков. Я. Откройте букву Я. Вращайте барабан. 850 очков. Буква З. Открыть немедленно. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Ну, в прошлый раз была левая. Давайте правую. Есть! О, есть! Вращайте барабан. Слово называть не предлагаете. 850 Хорошо. Очков, буква. И. Ай. Откройте букву И. Что будете крутить? Блин, провокатор. Так проиграть. 850 очков, буква. О. Откройте букву О.
Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Да давайте назову. Давайте, уже, давайте. Уже всем ясно, что это за слово. Ну, конечно! И перед нами победитель! Ницца. Так, какую же водокачку мы сейчас выиграем? В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Если выиграем. Супер игра. Шесть букв. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на супер игру. Я разрешаю вам открыть любые четыре. Что проводит звук в 10 раз быстрее воздуха? Ой. Вообще-то камень, я думал, так. Но оказалось, что имеется в виду гранит. Ну так, гранит... Откройте, шумит. Пожалуйста, буквы, если они есть. И мрамор подошел бы. Ну вот, сделали... Минута, пошла. Гранит. Ай, хитропупые. И вы абсолютно правы! Вы выиграли суперигру! Эти аплодисменты вам! А мрамор этот уже гранит, только обработан. Ну, в общем, вопрос такой. Скользкий. Вы выиграли супер игру и в качестве суперприза вы получаете барабан. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Пруду. Пруду. Так, Брюс Уиллис. А давайте сходим пароварку. На место поставим. Так, ну это на кухню надо идти, конечно. Ставим пароварку. Тут оказывается, что-то еще можно купить. В магазине, да? А что? Фритюрница. Ну, неплохо. На кухне уже ничего не купишь на эти деньги. Что тут можно купить? Коллекция фотографий. Ну и все. А нет, еще что-то можно. 3D-очки. Подождите, 3D-очки. У нас всего 6 тысяч. Значит, что-то тут можно за 6000 поменять. Не понял. Смотрите, что ж можно за 6000 заменить? Стол. 9000. Телевизор вообще 24000. Приемник дорогой. Так, что ж можно купить? А что-то ж можно, раз обновка светится. Замена окна, цветочек, лампа.
не пойму, люстра. 6800. О, собрание сочинений Пушкина. Вот, чего тут нам не хватало. Так, ну что? Надо подумать. Давайте поиграем с Брюсом Уиллисом. Что-то мне пока хочется еще поиграть. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Вращайте барабан. Это помогает упорядочивать и систематизировать. 350 очков. Алфавит. Нет. Таблица. Нет. Алгоритм. Нет. Ладно, А. Откройте нам букву А. Крутите барабан. А, таблица, елки. Нет. 350 очков. Может быть, схема? Нет. Е. Нет, неверно. Ну-ка, вращайте барабан. Варфоломей Ибрагимович что-то скажет. 600 очков. Буква... Гениально. Такой буквы нет. Крутите барабан. Есть такая буква. 800 очков. Буква... Такой буквы нет. Вращайте барабан. Что я сейчас вашу любимую назову по приколу? 850 очков, буква. Такой буквы здесь нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. 1000 очков, буква. Господи мой. Нет, неверно. Ну, вращайте барабан. Хм. У вас ноль. Вращайте барабан. Интересно даже, что ж это за слово. 750 очков. И. Откройте букву И. Вращайте барабан. Ничего в голову не приходит. 700 очков, буква... А. Са. Ну, слава богу, наконец-то! Нет, неверно. Ну, вращайте барабан. Все, логика, ёперный театр. 500 очков, буква... О, ну все. Хо-хо! Откройте букву Л. Поздно я сообразил. Будете барабан вращать? Конечно, нет. Ну, придурок. 350 очков. А, он ну не вот. Придурок. Откройте букву О. Табли эти шкатулочки выиграли. Да давайте снова целиком. Но зачем и вы абсолютно назвал? Правы! Ладно. Так, а мы-то, да... На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Нет, не прощаемся. Мы сейчас еще сыграем.
Еще попробую. Второй раз. С Брюсом. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире капитал шоу «Поле чудес». Первая тройка. Студию. Ого, буквы. Вот задание на первый тур. 10. Прощайте, барабан. Кто съедает в день количество пищи весом, превышающим вес всего тела в 2-3 раза? Гипопотам, что ли? Ну, по буквам подходит. Только с трудом я представляю, что... 350 очков. Такая туша может... О-о-о! Откройте нам букву А. Ну, вращайте барабан. У вас ноль. Вращайте, пожалуйста, барабан. Что-то землеройка. 350 очков. Ой. Такой буквы здесь нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. 500 очков. Буква. От, молодец. Такой буквы здесь нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. 350 очков. Оно ваше любимое. Ой! Откройте нам букву «Р». Прощайте, барабан. Ну, точно, землеройка. Ну, правильно. 850 очков, буква. Она землю роет. Просто замечательно. Откройте букву «О». Ну, вращайте барабан. Много калорий тратит и много пополняет. 350 очков. И кратко. Угу. Откройте нам. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Даже не представляю. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Кто такая землеройка? Что-то типа крота. Есть! О, есть! Прощайте, барабан. Да, наверное, тоже такая слепая. Родственница, наверное, крота. 550 очков. А что слово не предлагаете назвать? Откройте букву «К». Будете вращать барабан, назовете слово сразу? Да назову. Давайте, давайте. Даю, даю. Ну, конечно! Еще один продвинутый иностранец. Землеройку знает. В эфире капитал шоу «Поле чудес». Финал. Прошу. Анжелина Джоли. Вот задание знает на финальный тур. Вращайте барабан. Брюс Уиллис, землеройку. Прямо все в России. 600 хотят очков. Буква. Что было главным хобби писателя Владимира Набокова? А, ну это не только его, это многих. Я поражен. Откройте нам. Прощайте, барабан. Часто встречается это слово в «Поле чудес». 500 очков, буква.
Потому что очень мной нравится это дело. Откройте нам букву «Т». Крутите барабан. Кручу. 800 очков. Буква «А». Откройте нам букву «А». Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? К сожалению, не угадали. Что, будете крутить? Да давайте, по приколу. За шкатулку. 750 очков. Откройте букву «М». Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Буду вращать. 450. Откройте! Назовете слово целиком. Фил. 500 очков, буква. За шкатулки обидно. Абсолютно точно! Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. А левую, я... правую, какую вам шкатулку-то? Опять левую. Есть! Есть! Вот так вот. И перед нами победитель! Знай наших. Крепкий орешек уделал всех. В эфире «Капитал Шоу» «Поле чудес». Супер игра. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на супер игру. Я разрешаю вам открыть любые пять. Это оружие применялось для охоты на волков и лис. При таком способе охоты необходимо было нанести удар по носу зверя. Но это казаки с нагайками бегали и били волков и лис. Абсолютно точно! Вы выиграли супер игру! Эти аплодисменты вам! Ура! Так, у нас еще 4 звезды не открытых. Не, ну сейчас одна откроется. Останется 3. Ну, с Брюсом вы. Вы выиграли супер игру и в качестве суперпризов получаете. Ой-ой-ой! Шуба Норкова. Ну. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Ну, Брюс Уиллис, молоток. Тогда мы. Так, следующий доктор Хаус. А мы быстренько в дом пошли, пошли. Шубку повесить. Конечно, вот она. Еще что-то и прикупим. Газонокосилку. И все. Но нехило. Брюс, подождите, а где ж? А, я ее не повесил просто. Ладно, приятно было поиграть. Сейчас пока передохнем, а потом в следующий раз с Хаусом поиграем. Пока-пока.